Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Добрий вечір. Сьогодні у Агроградку Ляскавіча відкрився міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Полесся». У ім беруть уділ творчі колективи, майстри, рамісники з Білорусі, а так само близького і далекого заміжжя. Головная мета фестивалю – захование и популяризация этнокультурных традиций Полесья, вывучение и подтримка историко-культурной спадщины Полесского региона, умацывание творчих сувязей помеж Беларусью, Россией и Украиной. Программа фестиваля в этом году насыщенная и разноплановая, и она протягивается и в эти хвилины. За развитием подей на местный сочат наши корреспонденты и о подробязанностях фестивалю расскажут в ближайших выпусках. До інших тем одразу некалькі передових проєктів реалізуються у енергетичному комплексі Гомельської області. Яни закликані знизити залежність Білорусі від заміжних криниць і зробити нашу енергетику більш екологічною. Настасія Кучинська ознайомилася з інноваційними розпрацовками. Будаўніцтва сучаснай кацельні на мясцовых відах паліва ў пасёлку Зябраўка распачалі ў сакавіку. На сённяшні дзень тут выканалі амаль 90% мантажных работ. На чарзе ўключэнне тэхналагічнага абсталявання. Увод у эксплуатацыю запланаваны на пачатак кастрычніка. Мы паменялі здесь около 2 кілометраў сетей, заменілі на трубу, на гибкую трубу, что экономически выгодно, меньше потери, чтобы больше до потребителей доходило. Но самое главное экономия то, что мы за все энергоносители рассчитываемся валютой. А местные виды топлива, те же самые дрова, древесные отходы, здесь, по крайней мере, она будет, эта котельная на щепе работать, оно гораздо дешевле. По словам специалистов, котельни имени ЦЭЦ на мясцовых видах палива по эффективности не заступают аналогам, которые працуют на газе. Например, мини-ЦЭЦ у Речицы обеспечивает горячей водой 17 тысяч жихаров, прикладно чверть населения города. Працуя на торфе и драуляных щепках. Замест пары тут выкористовывают термо- и силиконовое масло. Работу ЦЭЦ контролируют 3 человеки у змену. Наработки наших последних лет заключаются в том, что мы совместили работу котельной, которая предназначена для работы в пиковом режиме совместно с станцией. И сегодня мы регулируем температуру сетевой воды. Значительная экономия, опять-таки, использования газа в холодный период времени, тогда, когда включается котельная. Вытворчасць не только экономная, але и экологичная. Лепшее подтверждение – это яблоневый сад. Его работники посадили побач с мини-ЦЭЦ. У этом годе собрали первый урожай. Больше экологичная станет Гомельская ЦЭЦ. Один тут ведется масштабная реконструкция. Монтируется новая газотурбинная установка могутностью 25 мегаватт с невеликим термином окупности. Гэты проект ажыццяўляецца при падтрымцы Сусветнага банка. Пасля ўвядзення аб'екта значна палепшыцца пакашык па эканоміі паліва. Мы шмат гадоў супрацоўнічаем з гомельскім аддзяленнем Департамента па энергаэфектыўнасці. У нас склаліся вельмі добрыя адносіны як на працоўным, так і на чалавечым узроўні. У Гомельэнерго таксама працуюць сапраўдныя прафесіяналы, супрацоўнічаць з імі вельмі прыемна. І мы былі рады пераканацца, што Гомельская ЦЭЦ-1 хутчэй за ўсё будзе завершана за перадджэннем графіка. Усяго при падтрымцы Сусветнага банка у Гомельской области реализуются 4 энергоэффективные проекты. Модернизация яшчэ некалькіх объектов ведется за уласные сродки. У выніку гэта дозволить предприемствам галіны выраблять больше энергии за те ж выдатки. Настасья Кучинская, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомелі прайшла біржа ділових контактаў. Яе ўдзельнікамі сталі навукоўцы, прадстаўнікі прадпрыемстваў і банкаў. З лепшымі распрацоўкамі апошніх гадоў азнаёміўся Олег Сінцюроў. Самая першая ў свеце біржа ділових контактаў адбылася яшчэ ў 1406 годзе на тэрыторыі сучаснай Бельгіі. Яе гербам былі 3 скураныя мяхі з грашамі, сімвал зразумелы і актуальны да гэтага часу. Контакты паміж распрацоўшчыкамі і вытворцамі павінны прыносіць даход абодвум бакам. Гісторыя гомельскай біржы дзелавых кантактаў больш сціплая. Упершыню яна прайшла ў мінулым годзе. Галоўная мэта – так званая камерцыялізацыя вынікаў навуковай дзейнасці. На практыцы гэта значыць, што распрацоўкі павінны ўкараняцца ў вытворчасць. Пакуль тут ёсць праблемы. Тема такая, которая до сих пор остаётся сложной. І сегодня мы ищем различные пути преодоления, поскольку внедрение – это насильственное проникновение чего-то одного в другую среду. А должно быть наоборот. Должна среда впитывать то, что вокруг нее, и получать от этого какой-то экономический или иной социальный результат.
На сегодняшней Гомельской бирже пропонуется несколько десятков распрацовок. Антибактериальное покрытие для медицинских выработок, новые сорбенты для очистки водных акваторий, отримание питной воды с забрудженных крыниц, перепрацовка органичных отходов во удобрении. У Института механики и металлополимерных систем переконаны в перспективности фильтров, выработанных на основе новых материалов. Тем более, что некоторые узоры прошли уже практичное попробование. Белорусский газоперерабатывающий завод, которому нужны фильтры на замену американских фильтров ПАЛ. Мы сделали фильтры, которые работают, по крайней мере, не хуже, а может лучше. И при этом экономим половину средств, скажем. Но для нас это очень выгодно. Эти фильтры очень дорогие, и нам производство их весьма рентабельно. Вот. Другие же фильтры такого же типа мы поставляем других размеров, скажем, другой размерности в «Газпром», в ту же «Тюмень», на «Ямал». Разом с іншими матеріалами, кожний удельник Гомельської біржі ділових контактів отримав проєкт протоколу об намірах. У виніку його підписання баки возьмуть на себе обов'язательство притягнути перемови і прийняти рішення об метазгодності заключення повновартісного контракту, що у свою чергу буде сприяти інноваційному розвитку регіону і повищенню конкурентоздольності білоруської продукції. Ефективність є, популярність у них росте, особливо вот именно проведення в регіонах. Тобто у нас в Мінську проходить несколько в другому форматі, там проходять ярмарки. Здесь же это называется биржа, это более широкий формат, и свои плоды это дает. То есть, как бы, находятся вот партнеры по интересам. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщині розпочався сезон традиційних осінських сільськогосподарчих кірмашов. У їх приймають уділ сільгасвитворці і гандляри з усієї області. У обласному центрі кірмаші розгорнулися на площі Повстання і на традиційних пляцовках во усіх районах міста. Вони будуть працювати по вихідних днях з 9 до 16 годин. Тут по приймальних цінах можна набити садовину і городину нового урожаю, м'ясо-молочну продукцію, рибу, мед, саджанці, плодово-ягодних культур, а так само споживецькі товари і вироби народних промислів. Ну, во-первых, я доволен. Удобно подъездные транспорт туда подъехать, удобно, первое. Второе, выбор довольно приличный. И цена приемлемая. Так что взяли лук на зиму, тоже очень удобно, близко здесь. Это раз. Во-вторых, смотришь, вот эти частники продают, которые возле магазинов, страшноватые брать у них, если сказать честно. Здесь хозяйство, знаешь, контроль какой-то есть, а там откуда, что, тоже. Вот такие дела. Так что я очень доволен. Базовая величина с 1 студеня повеличится с 21 до 23 рублей. Проект бюджета на наступный год сформирован уже с уликом росту этой ставки. Все подробности у черговой экономичной доведцы. Так само у выпуску. У Беларуси появилось Министерство антимонопольного регулирования гандлю. Вы доведаетесь, как деятельность этого органа повлияет на обычных споживцов. Еще у программе, який податок треба платить при сдаче жилья у наем, и залежит его помер от места знаходжения квартиры. А кроме того, глядачов чекает анализ цен на садовину и огороднину на гомельских рынках. Глядите программу завтра одразу после выпуску новинок на телеканале «Беларусь 4 Гомель». До інших тем. У Міжнародний день миру у Гомельської області на світ з'явилися 74 дитяти. У Гомелі 49. Новоспечених гомельчан і їх маті повіншували активісти обласного відділення Білоруського фонду миру. Подробязності у наступному сюжеті. Статус «Дитя миру» у регіоні отримують усі малые, які народилися 21 вересня. Гэтай доброй традиції уже 9 годов. Сёлета кількість новонароджених самая великая за весь гэты час. Неожиданно у нас все было. У меня было кесарево сечение. Не знали, что это День мира, нам уже рассказали потом. Мы очень рады. У нас родился прекрасный мальчик Кирюша. 4,10, 58 сантиметров. Большая радость нашей семьи. Это второй ребенок уже у меня. Я первого рожала тоже здесь. Все прекрасно у нас. Сёлета больше як палова дзяцей миру народилася у обласным центры. Актыў фонду миру наведаў тры радзільныя аддзяленні Гомеля. Віншаванні агучылі і ў райцэнтрах. У дадатак да пасведчання пры сваенні статусу шчаслівым мамам уручылі кветкі і падарункі. Куда малышы эти подрастут, і он посмотрит это свидетельство, что я же дзіця мира, я не должен нарушать то, что от меня требуется. И он будет стараться тоже максимально быть более воспитанным, более таким, ну, как говорят, патриотом своей родины и так далее.
Дарэчы, сувязь с гэтымі дзецьмі фонд міру не губляе. Ужо з 5-гадовага ўзросту яны становяцца гасцямі спецыяльных мерапрыемстваў. За 9 гадоў правядзення акцыі статус дзіця міру атрымалі 536 маленькіх жыхароў вобласці. Трое з іх зараз вучацца ў 27-й школе Гомеля, так званай школе міру, займаюцца грамадскай працай і паспяхова ўвасабляюць свае ідэі ў жыццё. Ганна Кавалёва, Валерый Гапанько, Тэлерадыё, кампанія Гомель. Сегодня в Гомеле прошло свято, примеркованное до дня машинобудовника. Одной из центральных пляцовок урочистости стал стадион завода «Гомсельмаш». Мероприемства начались у 10 годин раницы. Тут была организована спортивная и культурно-массовая программа. Все желающие могли принять удел у разных спаборництвах и конкурсах. На углу гостям свята было пропоновано больше 20 гульнявых пляцовок и мероприемств. Одним из самых ярких и видовищных по традиции стало шоу парашютистов, которые спускались с неба прямо на стадион. Ну, сегодня у нас большой праздник, посвященный Дню машиностроителя. Это профессиональный праздник наших командостроителей. Для проведения праздника мы предложили более 20 мероприятий, в которых может принять любой желающий участие. Разыгрываться свыше 500 призов, очень много и сладких призов, и товаров на потребление. Хотим, чтобы люди отдохнули, чтобы набрали сил, и с новыми силами продолжали трудиться на благо нашей Родины. И об спорте. У липени у Гомеля з'явился первый в регионе вейк-парк. И вот самую долгую в Украине реверсийную лебедку опробовали спортсмены из всех регионов. Тут прошел вейк-баттл. Подробязности у Максима Савина. Вейкбординг, калі казаць просто, нешта сярэдняе паміж водналыжным спортом и серфингом. Яго популярность во всем свете расте, и калі у водналыжного спорта у нашей краіне давняя традиции, то вейкбординг пакуль у новинку. Пионеры гэтага экстремального виду спорта у Беларуси починали свои тренировки на электричных канатных дорогах, призначенных для водналыжного спорта. Штуршком к больш широкому развитию стало з'явление приватных вейкпарков. В 2012 году была установлена первая частная реверсивная канатная дорога, как мы здесь вот видим. Вот. И это дал огромный старт развитию вейкбордингу. После этого на данный момент в Беларуси уже установлено 13 их, вот, частных вейкбордных спотов, как и здесь. Вот. Соответственно, каждое новое место привлекает новых райдеров, просто колоссальное количество ежегодно. Ну, то есть, там, люди подсчитывали, что ежегодно тысячи человек, которые ставят, просто, ну, то есть, первый раз приходят пробовать. Это вид спорта больше демократичный, обмежеванию практически нема. Как кажут сами райдеры, вейкборд – это свобода и адреналин. Это спорт для души, который помогает отвлечься от насущных проблем, от работы. Значит, когда ты встегиваешься в доску, находишься на воде, вот эти волны, движения, падения, удары об воду, если это взлеты, какие-то флетовые трюки, то просто эйфория сравнима с полетом с парашютом или, если есть такой, помню, еще кайтборд, который тоже самая доска и кайт, грубо говоря. То есть высокий полет стимулирует нервную систему, всплеск адреналина. Гомельский турнир подтримливает этот дух свободы и доступности. Категория знойдется для каждого удельника. На гомельском вейк-баттле приняли удел 30 райдеров. Это меньше, чем звычайно бывает на подобных турнирах. Причина, многие до вересня уже закрыли сезон. Некто из удельников устал на дошку у першиню несколько месяцев або тыдня тому. Некто может по праве прилечить себе далеку профи. Нема обмежевания у по узросте. Формат споборництва простый, квалификация, потом две финальные спробы. За выступлениями райдера усочить журы, оценивают складанность трюков, их разностайность, а так само выкористание усталяванных на акватории пирожкод. То есть обязательное использование всех препятствий, то есть демонстрация для судей, владение, скажем так, любой стойки, использование любой фигуры, то есть заезд на любое препятствие, это, конечно, ну, то есть сразу же дает плюс. У вынику пераможцы вейк-баттла, проявивши усё свое майстерство, отримали заслуженные узнагороды, а Гомель стал полновартосной часткой гэтага экстремального руху. Максим Савин, Михаил Рабков, Телерадио, компания Гомель. Гэта іншыя навіны вы можете знайсці на нашем сайте у интернете по адресе www.tivergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студии працаваў Александр Гамоля. Усяго вам добрага и до сустрэчы в эфиры.